Если вашему ребенку исполнился год и 8, в вашем общении с ним больше не должно быть никаких гав-гав, мяу-мяу, би-би, кап-кап. То есть никаких звукоподражаний. Почему? Потому что в год и 8 и до 2 лет и 2 месяцев происходит переход главного звена, который отвечает за формирование речи, из правого полушария в левое полушарие, а все звукоподражания находятся в правом полушарии. Когда происходит переход от главного звена, отвечающего за формирование речи, в левое полушарие, вот здесь уже начинает формироваться фраза.